Привет, друзья! Снова показываю вам красивящий букет. Принес мне мальчик мой. Он, правда, уже у меня стоит. Сколько стоит? Так, с субботы стоит. Сегодня у нас вторник. Это сколько? Почти 5 дней, да? Ну вот, как-то, понимаете, хорошо, что долго стоят цветы вообще. Что-то как-то... Часто уже не приносят цветы, понимаете, потихоньку. Букет на конфетный цветочный период начинает сходить на нет. А я вообще-то цветы обожаю, всякие разные. Вот этот цветок мне просто подружка сломала, принесла, оторвала от своего куста. У нее там были в гостях, и вот... Эти розы желтые, боже, как они пахнут, если только моя камера вам передавала этот запах. Ой, просто вообще сногсшибательный запах розы. Я говорю, как красиво, как пахнет, но это она мне... Один цветочек она мне придарила. Так что вот, а цветы, конечно, обожаю. Хотя вот все еще цветет и радует меня моя герань. Немножко уже подсыхает, конечно, но все равно... Цветы. Цветет красиво. Вот она цветет, Бог, всю весну, все лето и осень. Вот еще я посадила. Показывала вам вот это вот. Купила такую штуку на кабуцели. Решила в нее посадить цветок. Сикулента, да, называется сикулента, не знаю. Ну, что-то как-то... Думала, что будет красивее. И потом, если учесть, что он разрастается вот такой огромный, видите? Это же тоже как раз тот же самый цветочек у меня от него. От него вот эти детки. То здесь ему места не хватит так разрастаться. Не знаю, посмотрим, что получится. Купила себе вот такую вот электрогриль. Вот такую вот плиту. Вот называется мини-овен, видите? Вот она. Стоит недорого. 30 фунтов она стоит. Вот такая. Но вы знаете, коробка была огромная просто. Вот такая огромная коробища была. И вы знаете, я подумала, что она огроменная, эта плита. А когда я ее распаковала, а потом еще и когда я ее открыла и посмотрела, она настолько внутри маленькая, вы знаете, в нее просто курица даже большая, и то с трудом залезает. И вот я не знаю, пользовался ли кто-то из вас вот такой электрической плитой. У нее мощность 1300 ватт, не очень большая, но мне сказали, что можно и 900 ватт хорошо, почему бы и нет. И вот вы знаете, я, конечно, ее включила, попыталась на ней курицу сделать на гриле. Я обожаю гриль, а это же, в общем, говорят, что гриль в ней прекрасно. Ну и мне не понравилось вообще никак. Это, знаете, как в электрическом самоваре чай пить. Что-то я расстроенная, разочарованная. Понесу, наверное, отдам назад, не нравится мне. Вот то ли дело мы были настоящий гриль, знаете, на улице с дымком. Сейчас покажу вам. Мы сегодня приехали к моей знакомой, очень хорошей. Да. И вот они нас пригласили на барбекю. Я вам покажу, как готовит ее муж барбекю. Может быть, вы даже поймете, как он разговаривает. Мы немножко разговаривали по-английски. Вот они купили... 7 лет назад этот дом. Вот это они, такая пара красивая. Видите фотографию? Вот такое бангало. Say, nice to meet you. Very nice barbecue. Hopefully. What kind of barbecue do you have? What do you mean? Like that, it's just Lidl. Lidl? Lidl.
And sausage. Sausages, burgers, pork chops. A bit of everything. Ah, it's very nice. And very nice garden you have, you know. I'm gonna get a plate. Not really. We need to fix. We're doing it gradually. Yeah. We do the front, we're doing the inside, and then we need to do the back. Yeah. It is the last one, last place you need to make it. Yeah. It was very nice. We did our best. So your English is quite good, isn't it? Not really. Yes. Just I try to do my best, but sometimes. I understand you understand me. Yeah, we understand each other. It's 100% clever. Yeah. And it's. You know where I'm from, right? You Africa? No. Well, I think South Africa, no? No, South African is the other couple. Ah, see. I'm not from South Africa. Oh, not me. Where are you? Come from? Far away. Where? Tell her where I'm from. Nicaragua. Ah, see. China. IFA. IFA. Made in Russia as well. Yeah, right. And Lada. In Nicaragua. And loads of AK-47. Machine gun. And do you have dogs or not? I see the dog's home. Well, that's for her. It's not a dog house, it's a Wendy house. You bought this house? 7 years ago? Seven. Maybe. And it's like bungalow. Lovely cats. Hello. How are you today? Oh, hello. What's your name? Jasmine. It's a girl. Yeah. Ну вот, так вот мы наготовили всего. Вот так у них происходит барбекю. Всякие маленькие закусочки. А вот главное барбекюшное, вот такое мясо. Кусочки свинины, кусочки говядины. Вот эти вот гамбургеры, или, наверное, или как они, и сосиски. Вы только посмотрите, друзья, какой закат сегодня у меня в окне. Это же просто грандиозная песня. Посмотрите только. Как жаль, что моя камера не до конца показывает это все. Но там на этой красной туче, вот бывают же такие грандиозные закаты. Он как-то наверх туда, видите, но это солнце село. 8 часов вечера сейчас. Но так как у нас время переведено... Ой, боже, как красиво, друзья. Это надо мне обязательно. Это видео куда-то приспособить. Добавить к другим. Ой, сейчас будет уже темно, и уже эта вся красота пропадет. Но согласитесь, что грандиозный вид из окна у меня. Я просто не налюбуюсь. Там издалека еще видна церквушка, вон справа, видите, на горизонте, это город Райт. Я на холме живу, и вот такая красота. И вы знаете, закат, он каждый вечер разный, но вот частенько бывает вот такой вот красного цвета. И что именно сейчас я хочу вам и показать.